Анонс и точно дата выхода 19 серии турецкого сериала «В конце ночи». 19 серия сериала выйдет в эфир 14 февраля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Масиде был так расстроен тем, что Казым уехал в Анкару без него, что остался в здравом уме. Кроме того, тот факт, что рядом с Казымом был только Назлы, очень беспокоил Масиде. Масиде, которая очень ревнует к своему мужу и больше не хочет вмешиваться в поведение Назлы, принимает меры. Неожиданным решением он отправляется в Анкару вместе с ними обоими. Если он испорчен, он никогда не будет доволен присутствием Масида. Интересно, сможет ли Масида сдержать свои нервы и избавиться от угроз своенравия? Казым, с другой стороны, считает дружбу Масида с Неджатом опасной. Казым, однако, будет действовать более хладнокровно, чем Масид, засучив рукава и заботясь о своем браке, чтобы продемонстрировать Неджату свою силу. Напомним, 19 серия сериала выйдет в эфир 14 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.